відкрита трибуна. Як ви ставитеся до кредитів та чи берете їх? Ну, плохо, тому що теж ж поговорка є. Берешь чужое, отдаешь свое, плюс очень большие проценты. Я считаю, что для нашего населения должны быть поменьше проценты, чтобы люди все с любым кошельком могли взять эти деньги взаймы у них. Ну, я только поэтому. Да, положительно отношусь и приходилось брать. Но если есть возможность, то лучше не брать, конечно. А поэтому лучше заработать и меньше потратишь. Я отношусь к кредитам хорошо, но есть заминки, которые нас ставят в неудобное положение, большие проценты. Вот это. И когда выплачиваешь кредит, тут есть такие там, ну, как бы банковские такие, ну, будем так говорить, что неудобство, понимаете? Вот это заплатишь, потом не знаешь, заплатил ты, не заплатил, ну, ставят тебя в такое положение, что ты боишься, что вот эти, которые остаток денег могут на тебя как бы навесить потом, понимаете? Вот это такое, да. А в общем, нормально отношусь. Ну, я отношусь плохо. Я, в принципе, ну, скажем так, наверное, просто родители так научили, что не брать взаймы. Ну, и плюс, как бы, много историй нехороших, да, вот по поводу того, как банки дурят, какие проблемы потом бывают. Не хочу быть должен кому-то. И надеюсь на свои силы. Ни хорошо, ни плохо. Но если есть возможность у кого-то брать и отдавать их, то, конечно, я думаю, это возможно. Но в данный момент, до данного времени нашей экономики, я думаю, это тяжеловато. Если честно, не очень отношусь к кредитам. Там много всяких нюансов у них, у банков. И не у банков, там большой процент. В общем, я не очень отношусь, лучше с ними не связываться. Но если очень сильно придется, срочно нужны деньги, то приходилось, в общем, и мне брать кредит. Открыта трибуна.